Всем привет, ребята! Меня зовут Настя, и сегодня я хочу снять для вас влог, потому что сегодня день рождения моей любимой актрисы Елены Ксенофонтовой. И мы, то есть ее поклонники, сняли небольшое кафе, куда приедет Елена, и мы все вместе ее там поздравим. И я хочу все заснять это как бы в таком интересном, надеюсь, влоге. Поэтому, да, если вам будет это интересно, то оставайтесь со мной. Когда я пришла, до прихода Елены Юрьевны оставалось 30 минут. Все усиленно готовились, кто-то оформлял еду, чтобы подать ее на стол, кто-то репетировал сценки и песни, а кто-то просто общался. Ну и когда пришла Елена Юрьевна, мы начали свое шоу. Днем рождения. Желаю вам много счастья, здоровья, улыбок, исполнения всех желаний и также воплощения своей мечты. Тепла, радости, крутых подъемов, еще больше творческой энергии и удачи в ее реализации. Вдохновения, успеха и вообще всего вам самого наилучшего. Поздравляю! Я вас люблю, я вам искренне благодарна. Лет, нас, июнь, а у тебя день рождения, ура, обязательно, в декабре.
день рождения! День рождения! Воздушный шар. Ну, торт со свечкой. Кто хочет с нами играть? Да мы всегда готовы, да. Давайте поднимаем руки, кто хочет играть? Я. Кто хочет играть? Вот кто перепорнил, тот идет в магазин и покупает сок. На. Выбирай. Даю деньги, идите купить. Леонора Андреевна. Можно я не пойду сегодня? Маме-то надо посложнее. Получилось. Как заказывали, Елена? Вы! Елена Андреевна! Копать? Антошка! Елена Андреевна! Все прошло великолепно, я была рада поздравить Елену в этот день лично, подарить ей подарок и вообще провести с ней время. Мне мероприятие безумно понравилось, вообще почаще бы такие посиделки, очень все было классно. Поэтому пришло время прощаться, сейчас я уже подхожу к дому и, скорее всего, начну монтировать этот влог. Ну, да, когда вы его будете смотреть, я его уже смонтирую. Поэтому, да, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите позитивные комментарии. Забыла сказать то, что хочу сразу извиниться за то, что очень плохое освещение было там. Это раз. И, возможно, был плохой звук. Но все же... Я надеюсь, у меня хоть остались какие-то видео, поэтому, да, я вас очень сильно всех люблю. Пока!